Добрый день, меня зовут Прутов Юрий, я студент политехнического техникума номер 47, и в рамках мастер-класса я покажу сборку рулевого управления самолета. Перед собой вы видите рычаг рулевого управления, к которому мы будем делать проводку. Первым делом берем провода в виде жгута и зачищаем их. Далее скручиваем провода и облуживаем. После облуживания приступаем к пайке проводов в клемме. После пайки я заизолировал провода и сделал бандаж. Приступаем к сборке разъема. После того, как разъем собран и подключен к рулевому управлению, можно соединить его с бортовой системой самолета. Я собрал рулевое управление, и теперь оно готово к эксплуатации. Спасибо за внимание.